2430. Ну что ж, вперед. Вперед из песней. Так, принятый ферзевый. Сюда коня. Собирается защитить пешку. Удержать пешку. Может быть, у него получится. Нет, уже не собирается. Хорошо, пошли сюда. Угу. Пошли сюда. На f3 побьет, сдвоит пешки, но мы тогда получим двух слонов. Так. Так можно, да? А если здесь просто взять? Так. Так. F4, E5. Я тут теории не знаю, друзья, поэтому вполне возможно, что соперник как раз все делает правильно. Ну и судя по его рейтингу, он обязан все делать правильно в данной ситуации. Так, а если F4 прогнать этого конника? Просто F4 сразу. Так, собирается побить и на e4 съесть. А если еще раз напасть на конника? Конь e4, логично. Все очень логично. Так, и чем он будет брать? Конем? Ладно, съели. А там посмотрим. Без пешки мы остаемся. Только вот на какое-то мгновение пешку отыграли, и тут же у нас ее отъедают обратно. Ну что ж, такова жизнь. И соперник задумался. Ну, не так все просто, потому что у черных есть, во-первых, слабости. Эти пешки не так просто защищать. Ну и к тому же, во-вторых, все-таки два слона это два слона. Позиция достаточно открытая. И какие-то неприятности могут для белых появиться. В самый неожиданный момент. Но пока... Соперник уже 40 секунд думает над ходом и отходит на b5. Так, а если напасть просто сначала на a5, можно будет связать коня, например. Делать рокировку за черных уже, наверное, и особого смысла-то нет, потому что я побью на c6. Выведу ладью на c1 и буду просто отъедать пешку. А, он в длинную ушел. Ушел в длинную. И сюда хочет прыгнуть конем. Так. Ну, давайте так. Чем он защищать их собирается? Королем можно, но вторую ладью я тоже подведу и нападу на c6. Возможно, ладья вот так перейдет, будет отсюда защищать. Но это какая-то пассивненькая позиция. Мне кажется. Тем более король b7, так я просто слон c5 играю и съедаю пешку а вместе с разменом слонов. И там ладейник, ну, уж точно не выигранный у черных. Потому есть о чем подумать прямо сейчас.
А больше нечем защищать пешку. Потому что король d7, естественно, ход вообще глупейший будет. Ладья c4, потом ладья d1, и я на c6 съедаю. И вот пешка так пошла. Ну тогда я бью. Он ладья сюда заходит. Ничего страшного. После разменчика у меня как-то... У меня даже, по-моему, больше пешек становится, да? Пешка А у меня выживает. Он так делает. Угу. Ну хорошо, я все равно бью. Хотя, может быть, слон d3 было интересным продолжением. Так, здесь он напал. Ну хорошо, я королем сюда отошел. И напал на c7. Мне кажется, соперник, да, соперник начинает думать о том, как бы спастись. Шажок. Давайте здесь съедим, почему бы нет. И побежим вперед. Как все интересно. Так, это все логично, это все логично. Вопрос, а что здесь делать? Позиция не исключено, что выигранная, но как ее выигрывать? Сейчас ладья f1 будет, да? А хотя ладья f1 это не страшно. Давайте на мат нападем просто пока. Играем максимально просто. А, сейчас по F... Нет, по F4 нет удара. Все, галлюцинации начинаются. А хотя ладья G3... Нет, тоже не получится. Хорошо, давайте так. Вперед. Грожу матом. Так. Побоялся. Хорошо. Тогда веду пешку. Стал сзади. Тоже правильно. Шажок. Все, на секундах пошла игра, на секундах шажок. О, мат ставлю. Вау, ставлю мат. Вот надо избавляться от этого буржуйского слова вау, да? Я раньше его не произносил, а в последнее время прям заразился. Ну, красиво получилось, друзья, хотя не факт, что здесь при правильной игре черных, конечно, белые побеждали.